Всем привет! Сегодня 2 апреля. Сейчас мы находимся в Швейцарии. И вот такая вот у нас погода. Ночью выпал снег, очень много снега, и был мороз. И вот сейчас все деревья, все цветы в снегу. И моя бабушка, вот моя бабушка, помогает растениям очиститься от снега, так сказать. Ей дали сапоги, перчатки, и сейчас она вот это очищает. Еще посмотрите, вот это растение было очень красивое, оно очень красиво цвело и пахло, и из-за снега оно стало вот таким. Вот это магнолия. Наверное, вам бабушку может не слышно. Она говорит, что все деревья цветут, уже зеленеют. И тут вот такой вот сюрприз от природы. Снежок. Вот я сейчас вам покажу. Снег везде. Везде снег. Вот даже вот если подняться здесь, вот поле, это поле и это все снег. Там вот еще горы, но из-за тумана их не видно. Деревья зеленые. Жаль, вот ветка магнолии оборвалась. Я ее пока туда положила. Ветка магнолии оборвалась. Ну, собственно, вот древовидный пион. Ба. Тебя, наверное, не слышно. Древовидный пион. Да, пион. Если вам не слышно, то буду говорить я, то, что говорит бабушка. В Египте видели растения? Вот это растение мы видели в Египте, но мы не помним, как оно называется. Вот здесь вот под снегом растение полностью. Вот. Елочка такая. И очень холодно. Морозы. Вот маргаритки. Тоже в снегу. Бабушка их раскопала. Да, вот такая сегодня Швейцария. Такая вот погодка. Сейчас мы идем. Это розы. Розы. Замерзшие. Елочка. И здесь вот такие вот все деревья в снегу, все. Сегодня суббота, тут я уже хожу в школу, но сегодня выходной и завтра. И поэтому мы очищаем все от снега. Тоже клематис. Это, честно, я не запомнила, что это такое. Бабушка моя любит цветы. Бабушка очень любит цветы, поэтому она очень хочет им помочь очиститься от снега, потому что она за них очень переживает. Посмотрите, вот везде, вот там вот везде вот снег. В Киеве у бабушки очень большой сад. И много цветов. Но
И бабушка знает, как за ними ухаживать. Вот везде снег, везде. И бабушка. Тут даже вот засыпало снегом. Вот здесь вот для декора птички стояли. Все, всем спасибо за просмотр. Всем пока. Вот такая вот зима. Уже весна. Второй месяц весны в Швейцарии. Вот так вот. Всем вчера пока. У бабушки было день рождения. Ей подарили вот такой вот красивенький букет роз. И сейчас я вам кое-что покажу. Вот это листочки. Мы их сюда клеим на шкафчики. Это мы учим немецкий язык. Вот у нас их есть, они еще вот здесь. Учим немецкий. Дальше, сегодня бабушка, пока я была в школе, испекла вот такой вот очень аппетитный, очень вкусный такой вот пирог. Ну, а сейчас я вам покажу саму бабушку. Сегодня у нас на ужин будут пельмени, и вот бабушка их делает. Только у меня нету скалки здесь, поэтому я решила использовать в качестве скалки бутылку. Вот. Ну, ничего, выход из любого положения всегда есть. Я не знаю, слышно ли вам бабушку, но если нет, то она сказала, что у нее нету скалки, чтобы вот это вот лепешки вот эти делать, и она использует бутылку. Угу. Так вот, мы так выросли на пельменях, мы их умеем я делать. Очень люблю пельмени. Угу. А бабушка их очень вкусно делает. Пельмени будем сегодня кусочек из нашей маленькой жизни в Швейцарии.